сверху этого здания есть смотровая площадка. Давайте это проверим. Хочется увидеть этот город как на ладошке. Вот она, велосипедная дорожка. Ну, то есть они здесь есть, это уже хорошо. Так. Самый быстрый лифт на свете, лифт-бомба. Человек любезно нам согласился помочь найти самый верхний этаж, где какой лифт довезет нас до самого верхнего этажа. Мы очень плохо говорим по-английски, и пришлось ему сказать, как попасть на небо. Он сказал, поможет. Теперь можно подняться до 6-го этажа. Мне уже становится интересно, что будет дальше. Да? А, ну даже до 5-го. Короче, мы сейчас жестко обломались. Ребята уже сходили наверх, узнали, что там и как. Оказалось, вход на смотровую площадку со взрослого 68 рингит. И детский там что-то около 40. В общем, это бешеные бабки. Сами посчитайте. То есть это 68 рингит, умножаю на 10, где-то 680 бат. 680 бат, ну пусть будет 700. 1400 рублей с человека, с одного, на смотровую площадку. Блин, мы не готовы отдать такие деньги. Плюс мы сейчас уже уезжаем через несколько часов. Скоро поедем... куда мы скоро поедем? В посольство, заберем свои документы. Ну а дальше все по плану. Все покажем. Делаем. Вау! Это все, что я успела снять, как не бьется успею. Стекло. Вот так пришел в торговый центр и заодно в галерею попал. Что нынче модно? Сколько стоят велосипеды прокат? 10 рингит на неделю, 20 на месяц. Очень красивый храм индийский, но там, во-первых, жесткий дресс-код, а во-вторых, он закрыт. Поэтому никак не попадем. Все, мы пришли опять в Таймс-сквер Пенанг. Дети там на детской площадке. Вот, немножко вот сократим время перед тем, как поехать в посольство. И, вы знаете, вот я сейчас опять сижу в кофте. Такие жесткие перепады температуры, просто уж не знаю, видно, ну не особо видно. У меня прям нос красный, уши заложены, все вот здесь вот прям заложено. Почему? На улице реально, мне кажется, все 40 градусов жары, особенно днем. Сегодня еще ладно, более-менее, сегодня серое небо и солнце не так сильно припекает. Но заходишь только в любое помещение или садишься в такси, везде, просто везде сразу градусов 20. И у меня прям заложило уши. Вот этот перепад температуры. Вот, например, мы сейчас пришли опять в этот Таймс-сквер, потом вышли на улицу, опять жара. Опять зашли в торговый центр, там еще более-менее. Опять вышли на улицу, опять жара. Зашли опять в этот торговый центр, а здесь дубак. И меня все сразу в жар, уши еще сильнее заложило. Короче, главное доехать до дома, и там уже есть куча лекарств. Буду уже лечиться. Сейчас просто, ну, даже тупо бессмысленно. Я единственное, что вчера на ночь пила Эрика Зиртек, потому что, ну, хоть как-то просто это все остановить, потому что у меня вечером 100% была температура, и я прям себя чувствовала вот так вот. Вот. Но самое в этом во всем сейчас для меня страшное, это ехать еще в метро. В метро будет опять градусов, наверное, 15. Но я уже поняла, что нельзя садиться в серединку вагона, надо сесть с краю. Там хотя бы не так сильно долбит кондиционер. Потому что в серединке вагона мне показалось, что он прям над нами. И, в общем, походу я заболела конкретно из-за него. В номере еще был вентилятор. Я с Олегом воевала, чтобы он его не включал. Но это было бесполезно, потому что реально был душняк в номере, и дышать было нечем. В общем, сегодня мы спали без кондиционера, просто я открыла окно и включили этот вентилятор. Ну, короче, мое состояние, по-моему, всем понятно, да, я тусь не кабучая.
Эрик более-менее, вот прям более-менее. Вот такое ощущение, что он медленными шажками пока приближался к тому, чтобы выздороветь. Но все покажет метро и автобус, как мы поедем обратно. Надеюсь, что автобус будет точно такой же комфортный, как мы ехали в эту сторону, то есть с нормальными градусами. А в метро стопудово будет опять градусов 18, да? Привет, куда смотреть, сюда? Вот сюда. Привет. Ну, блестящий ноготь. Да. С розетками тут, конечно, беда. Еще с учетом того, что они... Ну, опять эта женщина вчера, она тоже тут была. Вообще, одни и те же люди, походу, тут тусуются. Эрик, он за машиной. Так. Вон Мить побежал. Оба. Не, не удалось. Походу, у Эрика пробка. Зато мы поехали, все спрятался. Купили Эрику суп в том же отделе, как и вчера, да, то есть бульончик положили, ну и чтобы хорошо было к этому бульончику. В общем, выбрали вот так вот фарш, здесь яичко и что-то похожее на фасоль. Получилось очень вкусно, нифига не остро ни разу. А по бонусной цене нам почему-то отдали это за 2 ренгита. Это нам по-настоящему повезло в очередной раз. А чай сколько стоил? 2,60. 2,60 ренгита. В идеале. Да я думаю, что уже все хорошо. Да не факт.